Итогом рейда мы прошли 35 домов и обнаружили больше 200 недостатков. За все это отвечает управляющая организация, которая аффилирована с чиновниками из администрации города Уфы. Они являются монополистами, и именно поэтому они совсем не заинтересованы в оказании качественных услуг населению. Мы отправим по всем обнаруженным недостаткам жалобы на портал rzkh.ru. Если вы также хотите заставить чиновников работать, отправляйте свои жалобы на rzkh.ru. После этого у чиновников будет 45 дней для исправления указанных вами проблем. Успехов вам!